Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Для того, чтобы связать данный мотив, набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и замыкаем в кольцо соединительной петлей. Далее мы делаем 3 воздушные петли подъема, накид и вводим все наши действия делать в это кольцо. Вводим крючок и делаем недовязанный столбик с одним накидом. 2 петли на крючке. Еще один недовязанный столбик с одним накидом. 3 петли на крючке провязываем вместе. Делаем 2 воздушные петли и повторяем предыдущий лепесточек. Вводим в наше кольцо крючок, делаем один недовязанный столбик с одним накидом, накид, сюда же делаем второй недовязанный столбик с одним накидом, накид и третий недовязанный столбик с одним накидом. У нас с вами 4 петли на крючке, провязываем их вместе. Снова делаем 2 воздушные петли и провяжем так еще 6 таких шишечек. Провязали, у нас с вами получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких шишечек. Делаем одну воздушную петлю, вводим крючок в нашу макушку предыдущего, в самой первой нашей шишки, и делаем столбик без накида. Провязали. Далее начнем второй ряд. Делаем 3 воздушные петли, накид и в эту арку вводим крючок, делаем один недовязанный столбик с одним накидом, накид, сюда же второй недовязанный столбик с одним накидом, 3 петли на крючке провязываем вместе. Далее мы делаем 2 воздушные петли, далее делаем накид и в следующую нашу арку мы делаем 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй и сюда же третий. Далее 2 воздушные петли, накид. В следующую нашу арку мы с вами провязываем 3 недовязанных столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Все 4 петли вместе. Далее 3 воздушные петли, накид и сюда же еще 3 недовязанных столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 4 петли на крючке провязываем вместе. Это мы сделали наш уголок. Далее 2 воздушные петли, накид. В следующую нашу арку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй, сюда же третий. 2 воздушные петли. И в следующую мы также провязываем такой же уголок. Это 3 недовязанных столбика с одним накидом, общая макушка. 3 воздушные петли и еще 3 недовязанных столбика с общей макушкой. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Мы довязали. Здесь у нас в этой арке уже провязана одна шишечка. Сделали 2 воздушные петли, накид, вводим крючок в эту арку. Делаем первый недовязанный столбик с одним накидом. Второй недовязанный столбик с одним накидом. Третий недовязанный столбик с одним накидом. Все петли вместе. Одна воздушная петля. И в нашу макушечку первой шишечки вводим крючок, делаем столбик без накида. Так мы провязали с вами второй наш ряд. Далее делаем 3 воздушные петли, накид. В эту же арку вводим крючок, делаем один недовязанный столбик с одним накидом. Сюда же второй недовязанный столбик с одним накидом. И все петли вместе. Далее 2 воздушные петли и
в следующую нашу арку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Провязали. Над следующими нашими 3 столбиками предыдущего ряда в каждую петлю мы провязываем по 1 столбику с одним накидом. В первую. В следующую петлю столбик с одним накидом. И в следующую петлю столбик с одним накидом. Следующее действие в нашу арку. 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Далее делаем 2 воздушные петли, накид. И в следующую нашу арку будем провязывать все то же самое, что в предыдущем ряду. 3 недовязанных столбика с одним накидом. 4 петли на крючке провязываем вместе. 3 воздушные петли, накид. И в эту же арку снова 3 недовязанных столбика с одним накидом. 5 петли вместе, 2 воздушные петли, и дальше мы провязываем вот это вот наше действие до конца нашего ряда. Довязали, сделали 2 воздушные петли, и здесь также делаем 3 недовязанных столбика в эту арку с одним накидом. 2, 3, все петли вместе, 1 воздушная петля. Вводим крючок в нашу макушечку первой шишечки, делаем столбик без накида. Так мы завершили с вами 3 наш ряд. Далее сделаем последний наш ряд. Это 3 воздушные петли, накид. Уголочки провязываются в каждом ряду одинаково. И 2 недовязанных столбика с одним накидом. Все петли вместе. 2 воздушные петли. Накид, и в эту арку мы провязываем с вами 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Далее над каждым нашим столбиком с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем по 1 столбику с одним накидом. Над первым, над вторым. На 3 столбик с одним накидом, на 4, над 5, над 6 и над 7. В следующую арку мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали. Делаем 2 воздушные петли, накид. И в эту арку в угловую мы провязываем 3 недовязанных столбика с одним накидом. Все петли вместе. 3 воздушные петли. И сюда же еще 3 недовязанных столбика с одним накидом. Четыре петли вместе, 2 воздушные петли, и продолжаем вот это действие в эту сторону. И так мы провязываем до конца нашего ряда. У нас получился вот такой вот красивый мотив. Еще у меня есть такой же в синеньком цвете. Его можно использовать в вязании наших пледиков, детских, взрослых, без разницы. Тем более, если начать не из мотивов, а если продолжить вот это все вязать по кругу, у вас будет тоже красивый пледик. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока!